Пушкинский принимает эстафету у Красногорска, продолжает серию благотворительных матчей. Все средства, собранные со спортсменов команд «Лидер» и 7.62 зрителей, направят на поддержку участников специальной военной операции. Ивантеевка – наш любимый спарринг-партнер, скажем так, потому что нас всегда здесь очень хорошо встречает, всегда очень вкусно кормят. И у нас всегда такая очень комфортная игра без лишней агрессии, то есть когда все получают удовольствие. И я надеюсь, что мы, конечно, победим, но, как это называется, его величие хоккей покажет. Игрок под номером один команды 7.62, вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин перенял капитанство у депутата Государственной Думы Романа Терешкова. А команду лидера возглавил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. У него номер 50. Всегда тренировался с командой, но в новой роли на лед выходит впервые. Товарищеский матч. Сегодня мы играем с командой 7.62. В первую очередь получить удовольствие от игры, играть без травм. Однозначно надеемся на победу, но это спорт, это игра, поэтому победит сильнейший. Счет открывают очень быстро. Первый гол в ворота противника отправляет игрок лидера Олег Кахидзе. Вперед, вперед, вперед! Синие ведут, но недолго. Евгений Храмушин сравнивает счет 1-1. Следом шайбу в ворота лидера забивает Павел Народовский. Ко второму периоду счет 1-4, ведет 7-62. Но за минуту до окончания второго периода шайбу в ворота соперника отправляет игрок лидера Кирилл Хакимулин. Долгие упорные старания как бы превратились в гол. Заставил поверить вратаря, то, что я буду уходить влево, и резко вправо убрал и в пустые ворота забился. Очень тяжелая игра. 7.62 команда очень хорошая, дает нам хороший бой. Игра идет напряженно. В команде «Синих» специалисты отдела спорта, потребуслуг, теплосети, местные спортсмены-любители. Напористости не занимать. У 7.62 своя тяжелая артиллерия. Андрей Разин, зампред по сельскому хозяйству, который теперь заместитель министра по сельскому хозяйству Российской Федерации, тоже в нашей команде. Но график тяжелый, поэтому не все на льду, но кто может, приезжает. Матч, который не был предсказуемым ни минуты, снова делает поворот. Лидер забивает еще два гола и уравнивает счет 4-4. Отлично, супер вообще. Дружеская, хорошая встреча, все супер. Победила дружба, 4-4. С чувством выполненного долга, совместные фото и предвкушение новой игры. Следующая встреча, пообещали, уже скоро. Жанна Лавянникова, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.